Я помню то время, когда я собирался на отдых в Турцию, например, или в другие страны, и думал, так, надо с собой взять обязательно что-нибудь, шоколадку, возможно, нашего российского алкоголя, для того, чтобы, когда я приехал в отель, нужно это дать, чтобы мне дали номер получше. И вы знаете, такая история очень часто проходила, и достаточно часто были апгрейды и улучшения. Но давайте поговорим в реалиях сейчас, 2022 года, уже после пандемии, насколько такой совет может применяться и насколько он работает. С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Я занимаюсь продажей и оформлением туров онлайн по всей России. Так что давайте я расскажу на своем личном опыте, как сейчас все устроено с апгрейдом отеля, особенно если вы не готовы за него доплатить. Начнем, наверное, с самого главного. Если вы сейчас бронируете номер какой-то категории, приезжаете и начинаете подмигивать, доставать шоколадки, алкоголь, это, конечно, все классно и здорово. Но я честно скажу, сейчас эта история практически перестала работать, потому что ательеры получают достаточно меньше заказов, их отели не должны быть на много части загружены на 100%, соответственно, недополучают прибыль. И, конечно, вот эта история с переселением, она стала очень-очень единичными, да, за вот такие вот подарки и презенты от российских туристов. Если честно, это, к сожалению, но так. Но при этом здесь хочу заметить, что когда приезжают, например, молодожены или семьи с детьми, да, они сами, когда видят, что действительно они заселились в такой номер, то лучше, наверное, сделать им апгрейд, пусть они живут там. Это до сих пор распространено, это абсолютно человеческий фактор. То есть свои шоколадки и алкоголь вы можете принести уже после того, но не до этого момента, чтобы вам сделали. И это, кстати, так и осталось. Особенно в Турции люди видят семьи, да, они понимают, что лучше их заселить, это, конечно, уже на их усмотрение, как бы на их желание, и вот я могу точно сказать, что это до сих пор работает, вот мы буквально осенью 21 года были в Турции, также приехали в отель, у нас было забронировано, кстати, два стандартных номера, потому что у нас большой состав, но он нас посмотрел, говорит, не хотите ли вы семейный, там у вас кровати двухэтажные будут, я говорю, так мы вообще только за. И он сказал, окей, и все, и переселил нас в этот номер. И им как бы хорошо, что у них есть два стандартных номера, да, и нам тоже вполне отлично. И мы как бы довольны, да, рады, счастливы и готовы доставать свои шоколадки и все свои презенты для ательера. Так что вот такая история, и, конечно, вы можете попробовать что-то сделать, но она, конечно же, смысла не имеет, вот. А в большинстве случаев, конечно же, выглядит ситуация более, скажем, безэмоционально. Вам говорят, да, окей, какой вы хотите номер? Я хочу с видом на море. Ну, пожалуйста, вот доплатите там такую-то сумму и переезжайте, пожалуйста. В основном это работает, друзья, так. Здесь единственное, хочу добавить от себя, что если вы заехали в номер, и номер вас не устраивает по тем или иным причинам объективным, ну, не знаю, возможно, он грязный или и еще что-то, да, какая-то там в нем проблема есть, то вы смело можете этот, конечно, номер поменять. Но вот об этих моментах, как поменять номер уже в путешествии, я специально записал для вас отдельный подкаст, поэтому ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой подкаст и слушайте вот такие новые истории и только полезная и практическая информация для путешественников. С вами был Павел Георгиев, Георгиев Travel. Услышимся!